Мої вітання! Ви дивитесь програму «Тіп-топ новини». У студії працює Настя Вяткіна. Сьогодні у програмі «День народження харківського тюзу», презентації проєкту «Світ дитинства» та корисні поради для красивої усмішки. Не перемикайте! Улюбленому театру харківських дітей харківському тюзу 55 років. Уявляєте, скільки радості він встиг подарувати за ці роки дітям, а скільки із них побувало завдяки йому у касті. Як весело святкували день народження харківського театру для дітей та юнацтва, розповість його шанувальниця Анастасія Садома. Ми прийшли на день народження до нашого доброго друга. Йому вже 55 років, але з ним завжди весело і цікаво. Ювілей святкує Харківський театр для дітей та юнацтва. Перед спектаклем маленьких глядачів розважали веселі аніматори, і всі з нетерпінням чекали тієї чарівної миті, коли на сцені почнеться день народження кота Леопольда. Адже це незвичайний спектакль. Ним харківський тюз пишається особливо. Поставив його режисер Володимир Антонов. Що я хотів зробити в самому початку, це вас всіх поздравити з днем рождения нашего общего, самого главного театра в стране, это театра для детей и юношей. Поздравляю! А який спектакль у вас найстарший? Ну, тот, который сегодня будут смотреть зрители. День рождения кота Леопольда. В 16-м году ему исполняется 30 лет. 30! Его очень любят зрители. И вот сегодня вы увидите, у нас почти все билеты проданы. Поэтому вы увидите, что он такой же задорный, как был 30 лет. И его сегодня также любят уже современные дети. Как те дети, которые приходили на премьеру этого спектакля. Любовь одна и та же к этому замечательному спектаклю. И поэтому это наш талисманчик такой на сегодняшний день. Ребята, давайте жить! Я знайома майже з усіма акторами харківського тюзу. Це незвичайні люди. Вони дарують нам казку, вони переносять нас у інший світ. Вони дорослі, але в душі діти, як і ми. Здравствуйте, кого ви грали сьогодні в спектаклі? Я грала серого мишонка. А були якісь випадки, коли хтось із актерів забував текст, або щось ще случалось? Це, звісно, відбувається. Буває таке, але завжди, коли з тобою хороший, вірний друг на сцені, він завжди допоможе, він тобі допоможе вийти, підкаже текст, або скаже за тебе вийти з даної ситуації, більше як-небудь так варіює, щоб зритель не догадався. Здравствуйте, кого ви грали в цьому спектаклі? В этом спектакле я играл главную роль кота Леопольда. Атмосферу находить с нашими маленькими, с нашими такими хорошими и прекрасными зрителями, это всегда, не, я не могу сказать, что легко, но это всегда как бы идет на одной энергетической волне. Вистава «День народження кота Леопольда» йде на сцені театру майже 30 років. Уявляєте, скільки глядачів її подивилось? Цікаво, а як зустрічали маленькі глядачі Леопольда та невгамовних мишей 10 або 20 років тому? Ви сьогодні бачили Леопольда? Як діти реагували, хорошо? Так. От точно так же діти реагували і 25 років назад, коли вийшов Леопольд. Якщо це класика, дитяча класика, то на неї реагують однаково. Гості свята підготували багато поздоровлень та побажань улюбленому театру. А что ты хочешь пожелать тюзу в день его рождения? Чтобы всегда много детей приходило. И все время и удача, чтобы была всегда. Чтобы больше было интересных спектаклей. Хочу пожелать, чтобы мышки были хорошие, не дразнили кота Леопольда. Мы отважные, мы бесстрашные, мы сильные. И не зря зовет нас каждый, нарисованный.
хочу, чтобы ставили добрые спектакли. Сказка должна заканчиваться победой добра, добром. И чтобы так было в жизни. А не будет все, что было. Я давно сказать хотел. Что на драку глупо тратить силу. Нам она нужна для добрых дел. Ярче солнце синий, и меньше два ходи. Добрым жизнь обела сильней и сильней. Головний режисер ТЮЗу поділився планами на майбутнє. Запевнив, на нас чекають захоплюючі театральні сюрпризи. У нас готується нова вистава «Красна шапочка». Має бути, наш режисер Андрій Лєбідь буде робити зимовий етап нашої роботи. Це буде «Злата власка», чеська сказка, разом із балетною школою. День народження нашого улюбленого ТЮЗу став веселим святом і для нас. Тож до наступної зустрічі у Харківському театрі для дітей та юнацтва. Настя Садома, Тіп-Топ новини. Ви досі не любите вивчати історію. Просто ви не були на захоплюючих лекціях Валерія Лейка. Завдяки його розповідям, звичайні історичні факти перетворюються у неймовірно захоплюючу історію. Про проєкт «З дитинства» розповість наш журналіст Микита Лукаш. Дорогие взрослые, а знаете ли вы, какое самое главное сокровище в мире? Это ведь мы, ваши дети. Я хочу вам рассказать про проект «Світ дитинства». Тут ми вивчаємо таємниці історії та навколишнього світу. Люди, які створили проект, знають, що все, з чим ми йдемо в доросле життя, закладається в дитинстві. Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте «Мир детства». Проект «Мир детства», он существует с 2009 года, и он призван развивать наших детей. Вот. Я провожу по Украине всевозможные выставки, лекции. И главная цель – показать детям, что школьное детство, оно разнообразное. Благодаря вот таким лекциям и выставкам дети соприкасаются с миром археологии, палеонтологии, нумизматики, филателии, творчества. И начинают понимать, что здорово развиваться на своих выставках. Я все даю в руки. Вот сейчас каждый из вас поднимет в руках настоящий метеорит. Сихоте – Ленинский метеорит. А ще Валерій Дмитрович познайомив нас із цікавими археологічними знахідками та розповів історію про студентів, які виявили у царських підвалах старовинні пивні пляшки. Во время обеда, оказывается, эти студенты эти бутылки просто попили. Вот эта бутылка вот оттуда. Вони розбили історію міста. У хлопців та дівчат є світу дитинства багато цікавих захоплень. Я собираю монеты, наверное, уже второй год. И собрал маленькую такую, но коллекцию. У меня монета есть Украины. Я собирался в основном собирать монеты Украины, но как-то это плавно перешло в монеты исторические. Там исторические, монеты других стран. Сейчас у меня монет, есть коллекция монет, наверное, 10 стран. Спеціально для програми «Тіп-Топ новості». Наприкінці зустрічі всіх учасників нагородили цікавими та корисними книжками та запросили до обсерваторії, щоб подивитися на місяць у справжній телескоп. Валерій Дмитрович розповів також, як стати учасником проєкту «Світ дитинства». Зробити це дуже легко. Головне, щоб було бажання постійно пізнавати щось нове. А если дети, например, к вам хотят присоединиться, то поучаствовать вместе с вами, как это можно сделать? Вообще, есть такой Facebook, и можно ко мне добавиться в друзья, и там видите вообще, что я планирую, куда можно поехать, пожалуйста. Можно обратиться в образовательное агентство «Гравитация», от которого я провожу всевозможные мероприятия. Специально для программы «Тип-Топ новости».
Тіп-топ новин знову у гостях у стоматолога Наталії Удовиченко. Ми продовжимо розмову про секрети красивої посмішки. Журналістка Анастасія Садома дізналась, як правильно обирати зубну щітку, як перебороти страх перед візитом до стоматолога і ще багато-багато цікавого. Не перемикайте! Дети боятся стоматологов. Вы можете им сказать, что это не страшно? Любой ребенок, у которого есть инстинкт самосохранения, никогда не хочет, чтобы кто-то ему что-то делал, а тем более еще всякими железными инструментами. И когда он видит всякие жужжащие инструменты, то он совершенно правильно делает, что он сопротивляется. Потому что нельзя с собой разрешать делать даже самому-самому замечательному врачу то, что ему не хочется. Но в данной ситуации нужно просто убедить ребенка в том, что ему это необходимо, потому что это его здоровье. И это, конечно, в первую очередь должны сделать родители. Они должны привести ребенка как стоматологу с позитивным настроением, что этот врач сделает так, что у тебя будет все очень хорошо и у тебя будет потом нормальное стоматологическое здоровье. А врач-стоматолог, в свою очередь, должен сделать все для того, чтобы действительно объяснить ребенку, что бояться стоматолога не нужно, а нужно постараться найти с ним хороший нормальный контакт. Почему в нашем кабинете много игрушек, много различных видеофильмов для детей, для того, чтобы рассказать, что каждый зубик, если болеет, то он болеет очень сильно. И боль, которая возникает при воспалении зуба, нужно обязательно заранее предупредить, потому что тогда будет намного хуже. Поэтому лучше сначала научить правильно чистить зубы. Надо сначала научить правильно ухаживать за зубами, когда они начинают болеть, и тогда шансы на то, что очень серьезных манипуляций не нужно будет применять, очень высоки. Поэтому чем быстрее ребенок приходит к стоматологу, тем больше шансов на не то, что он будет здоровым. А вот сколько раз в год нужно менять зубную щетку? Зубную щетку нужно менять обязательно всегда после болезни. Вот если, например, ты болела гриппом или каким-то серьезным заболеванием вирусным, там, ну, в школе много всяких инфекций, да, и можно чем-то заболеть, то после любого инфекционного заболевания щетка меняется обязательно, потому что уже этой щеткой пользоваться нельзя. На ней обязательно остаются микробы. И, конечно же, если ты видишь, что щетка износилась, что в ней уже реснички вот такие непрямые, а уже такие погнутые, то значит, что ты будешь не чистить зубы, а ты будешь даже царапать десна, за счет этого будет кровотечение, потому что тоже щетку нужно менять. То есть, если сказать так, что она всегда меняется после острых инфекционных заболеваний, и щетка всегда меняется, если она потеряла свою ценность. Лучше, конечно же, делать это там несколько раз в год, да, но за ней нужно следить, потому что есть многие, как бы, на сегодняшний день фирмы, которые разрабатывают щетки, и они разные. Есть щетки, которая может и месяц не продержаться, но это не значит, что ее надо поменять только все равно через полгода. А есть щетка, которая на сегодняшний день действительно нужно менять раз в полгода, потому что она выполнила свою функцию, ну, уже в любом случае где-то что-то постиралось, где-то расшатались реснички, где-то рассчитались резиночки, поэтому лучше купить новую щетку. Сладко жить – целая наука! Специально для программы «Тип-топ новости». На цьому у мене все. З вами була Настя Вяткіна і програма «Тіп-топ новини». Більше новин на нашому каналі в Ютубі TV Тіп-топ Ньюс. Побачимо за тиждень. Бувайте! Програма виходить за підтримки Харківського театру для дітей та юнацтва.